прыгать, да, с одного. Все, остаемся все снизу. А, стоп. Танки наверх, капитана спустите снизу. Наверху капитан, который надо поводить. Все, остальные никто не ломится, кабинетерышка стоит. Один танк, останьтесь там, контролируйте кассу, только кабинетерышка. Вы с этого чувака можно убить или нет? Да, давайте спустите один танк капитана вниз, сейчас мы его... Пять паков, блин, запасим. А хватит ли 5 паков? Сейчас мы его в 5 паков запустим. Кого они там бьют? А мы так чисто пришли, завалили всех. Иди сюда, мой сладкий сахар. А чё с этого главаря-то даёт? Да ничего, по-моему, с ним не даёт. Да, объём посмотрим. Даже хорошо. Хочу нет. Главарям по станцу. Купили. Ты чё, произошло ничего? Мне консьерж как-то говорил, что если убить капитана повстанцев, то нельзя подписать крепость. Сейчас проверим. Или наоборот. Или наоборот. Я так понял, баллисты уже все выносили, да? Че, мы можем сегодня скину забармить, да? Угу. Ни у кого там отката нет случайно? Пойдемте кому-нибудь жопу надерем в 5 паков. Ух ты, полеты валяются прямо на полу. Повтор на лесе. Ястребом моего пиздюки.
Странно, что тут Лус не пришел. Но он же все прекрасно знает, что ему сюда рыпаться. Пойдет день в другое место, возьмет крепу все. Значит, боится. Че, давайте пока Алекса ждем. Либо просто может, уйдет отсюда, как туда, придет, да? Либо на час ганга. К Ване, да. Ну, хотя это весело было. Ну да. А как я его притянул? Ну че, 97? А, блядь, точно. Ну, а что Таути там? А Таути же на завтра принесли. На саму на варку. В КХ сбор давайте. Так, не Таути помню. На завтра, да, перешло? 78-го, по-моему, нет? Сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Ну, я тогда ООО. Там получается, что завтра пойдет еще... До завтра. Добрый Варк с нами. Вот. Давай, а сегодня они не могут, потому отдел, что... Плащик одел, там, ну, все устали, короче. У них, я вот почитал Блейз. У них, конечно, там, ну, была напряженная осада. Тогда ложись, крутая осада, ложись. Конечно, была. У меня бывшие вары в соседней комнате даже улыбаются, ходят. Пойду покурю.